целом нам надо подвергнуть серьезной ревизии работу Академии наук, хотя это непросто, потому что действительно там умные, талантливые люди собраны, и посмотреть по основным направлениям, как работает Академия наук и как выполнены совместно принятые нами решения. Мы договаривались, что мы займемся разработкой электротранспорта. Поэтому я решил сам посмотреть вот в части электрического транспорта, как сработала Академия наук. Почему электричество? Недавно я об этом говорил. У нас будет большой профицит электричества. Да и сейчас у нас хватает электричества. Это во-первых. Во-вторых, это экология. Это абсолютно чистый источник энергии. Хотелось бы увидеть, насколько вы здесь продвинулись. И насколько слова соответствуют конкретным делам. Надо в следующей пятилетке сильнейшим образом подключать нашу научную мысль, наших продвинутых, сильных, грамотных людей, чтобы выстоять в этой ситуации. Поэтому будущей пятилетке придется в этой жестокой конкуренции и, может, даже борьбе выстоять, чтобы людьми зваться и не потерять этот клочок земли, на котором мы сегодня живем.